Я считаю, что мы победили заслуженно. Сыграли, может, где-то был небольшой мандраж. Вторая игра все-таки дома. Очень хотелось победить и порадовать болельщиков. Но мы старались, я думаю, победили заслуженно. Это большая пауза. Как сказалось на игре? Да, знаете, то мы играем по 5 игр за 15 дней, а сейчас мы месяц, грубо говоря, не играли. И сейчас у нас опять 5 игр там, за 15 дней. Пауза, ну, такие правила, мы ничего не можем поделать с этим. В целом, если сегодня рассматривать игру, показалось, что во втором тайме, в середине, команда действовала более уверенно. С чем это связано? Ну, я не знаю, наверное, может, гол забили и почувствовали уверенность. Было много хороших у нас выходов в атаку, но где-то не хватало последнего паса. Вот. А так все молодцы, я считаю, хорошо сыграли. Как настроение? Победа позволила как-то морально? Конечно, выиграли очень хорошо, болельщиков порадовали, болельщики пришли, мы им очень благодарны за это. Дальше Орша, сейчас уже сегодня отдыхаем, завтра тренировка и готовятся к Орше. Ну и там дальше, сами знаете, расписание игр.